Итак, добрый вечер. Сегодня у нас с вами вторая часть по созданию формообразующих элементов. Сегодня будем учиться работать с адаптивными компонентами. На самом деле прикольная вещь. Не забывайте подписываться на канал, если вам нравятся мои видео и вы хотите видеть больше и чаще. И это, соответственно, меня как-то стимулирует. Вот. Что мы сегодня с вами будем делать? Для начала мне нужно... Если в прошлом видео мы с вами рассматривали стандартные, базовые, типовые формообразующие элементы, рассмотрим, как можно сделать сложную и красивую форму для дальнейшего создания различных текстур, различных фактур, даже не текстур, форм, размеров, элементов. Будем создавать уже готовое формообразующее семейство, которое можно будет загружать в любой проект. Итак, что я делаю? Я нахожусь в главной панели. Если ранее можно было создать формообразующий концептуальный элемент, сразу же находясь в Revit в более поздних версиях, там 17, 16, 15, сейчас они немного скрыты, и да, можно их запустить, зайти в тот же самый, создать наш проект, любой шаблон выбрать. И теперь уже в новом шаблоне нажать клавишу «Файл», создать и концептуальные формы. Можно запускать его таким образом. Я рассмотрю другим методом, как можно его запустить через семейство, создать. Меня интересуют концептуальные формы, и вот она, метрическая система, формообразующий элемент. Открываем. Я попадаю сразу же в пространство модели с работой нашей форм. Что мне необходимо сделать теперь? Я для начала, чтобы это было наглядно, добавлю изображение, по которым я уже буду делать что-то похожее на то, что вы можете увидеть в реальности, либо даже в каких-то фантастических изображениях различных элементов декора, интерьера, экстерьера и так далее. Что я сделаю? Я перейду на любой из фасадов, пускай это будет восточный, перейду во вкладку «Вставить», «Изображение». Здесь меня предупреждает об добавлении в моем изображении, то, чтобы для увеличения производительности удалите изображение перед сохранением семейства, но пока меня это не волнует. Я заранее подготовил картинку, которую буду использовать. Вы уже в дальнейшем можете найти для себя какую угодно. Открыть. Добавляю картинку. Я думаю, что вы уже понимаете, что мы сегодня с вами будем делать. Либо постараемся сделать его максимально похожим на первых порах, потом будем опять же усложнять. Передвину это изображение таким образом, чтобы оно хотя бы чисто визуально располагалось на нашем уровне. Может быть, небольшие искажения, но не суть важно. Мне хотя бы принципиально форму нужно увидеть. Да, она в принципе по форме трубы, сплющенная сверху. Но пока меня это не интересует. Я сделаю какую-либо свою форму и уже по аналогии буду уже в дальнейшем работать. А здесь мы с вами сразу же будем создавать сплайн через точки. Будем добавлять контур, по которому уже в дальнейшем будет строиться наш элемент. Я буду добавлять по внутренней грани. Сплайн через точки. Ставлю первую точку. Чем больше сплайнов у нас с вами будет располагаться, тем точнее получится наше изображение. По факту я просто прорисовываю нашу картинку. Вот таким вот образом. Само изображение отодвину. Мне оно на данный момент не нужно. Получившийся контур с точками я выделю. Нажму Ctrl-C. Мне они еще пригодятся. Нажму «Файл», «Создать», «Семейство». Нас интересует с вами метрическая система, адаптивная типовая модель. Там мы с вами будем настраивать адаптивные точки. Вообще, что это за точки, они нужны нам для связи формообразующих элементов, чтобы были с одинаковыми показателями, и уже через точки тех же самых эскизов, которые мы сейчас с вами делали, вот эти точки, которые получились, у нас с вами будет создаваться моделька. Итак, метрическая система, адаптивно-типовая модель. Открыть. Здесь нажму Ctrl-V. На данный момент просто
Нажимаю левой клавишей мыши в пространстве, ориентирую объект на виде справа-слева, как будет удобнее. И через функцию перенести, опять же, цепляю за низ нашего уровня. Мне на данный момент этого достаточно. Включаю высокий уровень детализации, возвращаюсь назад в свой проект. Перейду на трехмерный вид. Периодически я буду пользоваться закрытием неактивных окон, чтобы потом мне не путаться, куда переходить, из каких окон конкретно. Закрываю. Левой клавишей мыши выделяю чисто контур, не точки, а контур своего основного элемента. Нажимаю «Создать объемную форму». Про объемные и полые формы уже вкратце я рассказывал в предыдущем видео. Объемная форма. Вытягиваю ее. Ну, во-первых, могу поставить линейку, измерить ее габарит, поменять. Все это можете настроить под себя собственноручно. И пока меня это не интересует. Что я сделаю теперь? Подсвечу всю форму целиком. Вспоминаем по нашей картинке, она должна быть немного сплюснутой к центру. И я еще сделаю смещение, чтобы было. Добавлю кромку элемента. Поверху будет идти. Саму кромку смещать вниз я не могу, пока не добавлю тот же самый профиль. Профиль размещу ближе к центру нашего элемента. Подсвечу конечную точку, о которых мы с вами уже говорили. На данный момент подсвечу профиль целиком. Не хочу ее изгибать вниз, иначе начнутся проблемы. Сейчас будем изгибать из конечной, за конечной точки нашего профиля. Пускай она исказится здесь. Исказится здесь. И загну ее еще и по центру. Я мог, в принципе, скопировать свойства, но этого пока делать не буду. Вот таким вот образом. Меня абсолютно устраивает тот вид, который у меня в итоге получится. Что я делаю теперь? Подсвечу форму. Нажму «Разделить поверхность». Подсвечу форму. Разделить поверхность. Разделяю с двух сторон. Ну, она у меня разделилась по двум сторонам, потому что кромка появилась. Что я делаю теперь? Во-первых, вернусь назад в свое семейство. Перейду в семейство. Что мне необходимо сделать? Выделить все, что у меня располагается в данном семействе, фильтр, оставить только опорные точки. Их у меня 17 штук. Я запоминаю для себя эту цифру. Окей. Преобразую их в адаптивные точки. Обратите внимание, что у адаптивных точек есть как минимум две основные плоскости, вертикальная и горизонтальная. Также добавляется плоскость, перпендикулярное направление движения, то есть вот этой эскизной линии формы в дальнейшем. Что я делаю теперь? Я клавишей Tab найду ту плоскость, относительно которой пойдет мой прямоугольник. В данном случае вот эта плоскость. Построю прямоугольник из точки выходящей. Главное, обязательно подсветите плоскость. Пока произвольных габаритов. Добавлю размер. Это будет ширина элемента. Это будет высота элемента. Чтобы точно никуда ничего не убежало, через клавишу Tab нахожу ребро прямоугольника, через функцию выровнять выравниваю по грани и блокирую. Выровнять, выравниваю по грани и блокирую. Делается это для того, что
Я уже делал видео по семействам. Разработка от простых и сложных. Советую посмотреть. Интересно достаточно, как можно базовыми навыками сделать то же самое сложное семейство. Делается для того, чтобы вот эти переменные показатели по размерам, когда мы с вами будем изменять, чтобы они у нас остались такие, какие должны быть в реальности. Что я делаю? Подсвечиваю размер, создаю метку нашего типа размера. Создать параметр. Имя. Высота. 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 Имя. Ширина. Ширина. Окей. Проверю типы размеры в семействе. Меняются ли они при параметрах? Высота, пускай у меня будет 300, ширина 150. Ничего не отклоняется от плоскости. Окей. Нажму на наш прямоугольник. В данном случае давайте размеры отодвину, чтобы они нас немного не смущали. Вот таким вот образом. Подсвечу прямоугольник. Зажатой клавишей Ctrl подсвечу линию нашей траектории. Нажму функцию «Создать объемную форму». Она у нас связалась через адаптивные точки. Единственное, что нужно перепроверить, а поменялось ли у меня, через клавишу Tab найду, габарит, выходящий нашей, по сути дела, плоскости. Чтобы ничего не изменилось, советую поставить размеры для данных граней. Аналогично, что мы с вами делали с другой стороны. И загнать в ту же самую метку. Высота. Ширина. Они у нас будут фиксированы. Окей. Что я делаю дальше? Переключаюсь назад в проект. Выделить нашу поверхность, но опять же они разделяются на две грани, напоминаю о том, что у меня кромка появилась. Ставлю галочку на узлах. Мне нужно видеть узловые точки, чтобы их посчитать и чтобы их было одинаковое количество с тем, что я вижу в проекте, в семействе, том, который мы с вами сейчас создавали. Узлы у одной, узлы у второй. Окей. Считаю количество узловых точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Меня не устраивает количество точек. Чтобы оно изменилось, мне нужно поменять либо при подсветке каждого из них, либо целиком нам не поменять. Нам нужно, чтобы в итоге получилось 17 узловых точек. Перепроверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Еще минус 1. Минус 1 с другой стороны сделаем. Теперь у нас с вами получилось 17 узловых точек в нашем семействе. Сохраню получившийся проект файл. Сохранить как? Семейство. В данном случае это будет форма. Форма. Сохранить. Перехожу в семейство моего профиля. Сохраняю ее. А давайте сразу же зададим, чтобы у нас был материал изменяемый. Подсвечу форму выдавленную. В панели свойств мне нужно раздвинуть сейчас здесь границы. У нас в граничных значениях, сейчас пододвину здесь, у нас с вами в граничных значениях есть показатель назначения параметров семейств по нашему материалу. В последнее время у меня он всегда прячется, поэтому мне приходится сначала раздвинуть границы. Назначение параметров семейства материала. Захожу в нее, нажимаю на листочек, это я также рассказывал в наших семействах. Создать параметр, материал.
Пускай он будет переменный, и задавать я его буду в проекте. Окей. Окей. Теперь что я делаю? Сохраняю файл. Сохранить как? Семейство. Но это будет основной контур, либо основные направляющие. Пускай будет основа. Сохранить. И нажимаю на клавишу «Загрузить проект». Теперь мне нужно совместить мои узловые точки, семейство с узловыми точками, которые мы с вами только что высчитывали. Так как у меня идет запись одновременно нашего видеоурока и одновременно я работаю в Revit, и он, у меня компьютер достаточно и так слабенький, будет возможно подвисать. Все, постепенно расставляю точки эти. Вы можете видеть то, что форма у вас постепенно выравнивается и соответствует тому, что вы видели в создании того же самого семейства. Хотя изначально она могла получиться достаточно страшненькой. Почему именно 17 точек? Их может быть и больше. Их может быть и 20, и 21, потому что изначально у нашей формы было 17 точек, пока мы не разделили грань. Грань мы абсолютно собственноручно можем переназначить в количество сеток наших. Количество точек в сетке. По любому направлению. Поставил последнюю точку, нажимаю Escape. Escape. Подсвечу нашу опорную основу, можно так сказать. И у нас есть функция повторения. Повторение будет осуществляться через узловые точки. Повторить. Программа постарается соблюсти... Ну, здесь у меня он поругался о том, что форма изменилась, а это в центре. И удалил часть элементов опорных точек. Я через семейство тогда добавлю. Обобщенные модели. Основа. Создать экземпляр. Просто переназначаю их вручную. У меня якобы фигура пропала, но потом она появится. Скорее всего, это как раз то, что он не мог изломить наш материал. Вот таким вот образом. Обратите внимание на то, что мы с вами можем, во-первых, при подсветке нашего основного элемента нажать «Изменить тип», поменять его показатели. Пускай она будет не 300 мм, предположим, 400 и 250 под какой-нибудь брус, ну не брус, а обычное дерево использовать и так далее. Вот таким вот образом. Сразу же хочу сказать, что при подсветке нашей сетки, формы, мы с вами можем менять образцы. Об образцах мы с вами будем говорить потом. Предположим, вы хотите другую форму сделать. Сейчас он у меня удалит лишние направляющие. И да, здесь нужно будет совсем по-другому ставить сетку разметки. И совсем по-другому задавать те же самые направляющие. Но об этом, как говорится, будет в другом видео. Следующее, что я сделаю. У меня внутри ничего не опирается. В этом проблема. Давайте поменяем. Что мне нужно сделать теперь? Ну, я могу нажать функцию «Обратить». И он у меня крайне пойдет вот таким вот образом. С другой стороны конечная точка выбралась. Итак, что я делаю теперь? Мне нужны внутренние грани тоже настроить. Для этого файл «Создать семейство». Снова выбираем «Адаптивно-типовая модель». Мне нужна нижняя грань, нижняя плоскость. Через клавишу Tab можно ее найти.
Либо при выделении нашего элемента я могу видеть то, что нами располагается внизу моего экрана. Что я делаю? Ставлю две точки любой длины. Раз, два. Соединяю сплайном через точки. Прошу прощения. Подсвечу эти точки зажатой клавишей Ctrl и создам сплайн через точки, чтобы программа у меня сама их добавила. То, что линия у меня отклонилась от нормали, потому что я произвольно их ставил. Ну, либо мог замоделировать через сплайн точки, так же, как мы с вами моделировали наш общий эскиз. Но этого пока мне не нужно. Что я делаю теперь? Выделяю снова свой, элементы проекта через фильтр, оставляю только опорные точки, включая адаптивность данных точек. Как вы видите, у нас основные плоскости. Первоначально я вам сказал, когда две основные. На самом деле я забыл еще про одну, перпендикулярную. Три основные плоскости, еще плюс четвертая относительно контура. Программа сама выбирает. Что я делаю теперь? Моделирую. Выбираю плоскость, любую, которая меня заинтересует. Ну, на самом деле, меня здесь заинтересует только одна, которая идет у нас по прямой. Вот эта плоскость. Строю прямоугольник, опять же, либо мог построить цилиндр. Ставлю показатели размеров. Раз, два. Задаю для данных показателей ширина. И снова показатель высота. Снова, чтобы они никуда не разбежались, выравниваю по грани. Блокирую. Блокирую. Вот таким вот образом. Выделяю наш прямоугольник, зажатой клавишей Ctrl, линию связи наших конечных точек. Создать объемную форму. Размер у меня пропал, потому что вектор сместился. Задаю снова показатель размера. Перегоняю в метку ширина. С другой стороны проделываю то же самое. Раз, два. Высота, ширина. Выделяю весь получившийся свой прямоугольник. Снова загоняю. Вот видите, у меня снова пропало обозначение. Назначение параметров семейств. Материал. Создать. Материал. Окей. Снова файл. Сохранить как семейство. Пускай это будет у меня G1, горизонтальные плоскости. Называйте их как удобнее для вас, чтобы в дальнейшем можно было их найти быстро. У меня достаточно много там различных семейств, поэтому на данный момент я назову ее G1. Сохранить. Загрузить проект. Мне нужна форма моя. В проекте с формой я общелкиваю по конечным точкам элемент. Нажму функцию «Обратить», чтобы они у меня ушли внутрь. Я вижу то, что тут у меня произошло смещение. Это не совсем корректно. А, смещение из-за формы. Ну, потом можно будет ее подрезать. Поменяю показатель сразу же. Изменить.
420 высота все-таки много. Пускай будет 150 на 150. Врезать я пока ничего не буду. По-хорошему надо было бы. Подсвечу элемент. Повторить. Он разнесется на все аналогичные показатели автоматически. С одного ребра. С другой стороны проделаю то же самое. Я вижу в семействах у меня появился этот G1. Создать экземпляр. Кидаю его здесь. Тоже нажму функцию обратить. Скан у меня будет снаружи. Снова повторить на аналогичных участках. Я могу поменять значение количества всех элементов моей сетки. Все достаточно просто. Мне нужно найти свою сетку. Я могу найти конечную точку, выделить ее и могу поменять количество в сетке. Но если я сейчас это сделаю, у меня вся моя структура собьется. Поэтому лучше всего делать это в последний момент. Подсвечивая элемент нашего семейства, изменить тип, я могу поменять значение материалов и значение их параметров. А давайте теперь файл создать проект шаблон архитектурный. Вернусь назад в свое семейство. Не основа, а форма. Загрузить в проект и выберу проект 4. Загружаю мое семейство в проект. Надеюсь, что Revit у меня сейчас не вылетит только. А то я немного забыл сохраниться с нашей работой. Таким образом, вы сможете сделать любую форму, особенно, знаете, футуристические различные бывают элементы, переходы различные. С сетками мы еще с вами будем работать, добавлять дополнительные материалы, разбивать их. Здесь мне еще не хватает зеленой панельки, вставленной с цветами, но пока этого делать не буду. Итак, размещу семейство на пустом экране. Не пугаемся, это план первого этажа по факту, он у нас просто подрезается на плане этажа, поэтому ждем, когда у нас произойдет регенерация нашей модели. Итак, регенерация модели у нас произошла, но объема площади поверхности, да, я еще не делал, нажму Escape, чтобы у меня ничего никуда не убежало, и она повторно у нас с вами не задавалась. Перейду на трехмерный вид. Увижу то, что вот у меня целое семейство свое абсолютно создалось и добавилось. Форма нашего семейства задана. Я могу, опять же, но уровень я пока менять не буду. Я могу зайти в редактор семейства, задать значение материалов. Предположим, пускай оно будет у меня изменить тип. Материал, ДСП, ну, либо любое другое дерево. ДСП раз, изменить тип, материал, ДСП 2. Либо подгрузить любой другой материал и использовать его. Я знаю, что ДСП обычно не используется для таких элементов. Я просто сейчас не трачу время на добавление материалов. Но я сейчас об этом расскажу. Для того, чтобы не кидались у меня тапками те, ты не показывал. На самом деле у меня было видео отдельное по заданию различных материалов. Итак, изменить тип. Наш материал захожу. Добавлю новый материал. Revit завис. Добавить новый материал, переименую его.
Переименую его. Висит Revit. Но это о том, что я говорил, что у меня проблема на самом деле с компьютером уже. Достаточно давно. Переименовать. Дуб. Зайду в библиотеку материалов. Добавлю материал древесина. Пускай будет дуб полированный. Применить. Окей. Дуб. Программа поругалась, потому что она еще не прогрузила, а я уже нажал применить значение. Вы сейчас увидите, то, что он будет отличаться, потому что основа у нас останется из DSP, а у горизонтальных направляющих у меня появится дуб, который мы с вами только что загрузили. Если Revit позволит мне это сделать достаточно быстро. Включу реалистичный вид, высокий уровень. Уже совсем туго работает. Вот я могу увидеть дуб. Загрузить проект. Проект 4. Изменить существующую версию значения параметров. Вот я могу увидеть то, что элемент подгруженный у меня. Материал принял. И изменил, соответственно. У меня теперь дуб DSP, я в дальнейшем могу исправить и опять же его загрузить. Вот таким вот образом. Будем постепенно с вами усложнять уроки. Весь базовый уровень по проектированию и по изучению того же самого Revit пошагово, как мы все это делали на примере домика. Напоминаю, что плейлист уже собран, на нем будет ссылка в конце видео. И в описании, на всякий случай, если кто-то потеряет. Если вам нравится мои видео, вы знаете, что нужно делать. Спасибо, что были тут. Всего доброго.